Глава государства выразил признательность казахстанцам в своем посте в социальной сети. Касым-Жомарт Токаев написал в Твиттере: «Вместе мы сумеем сохранить целостность государства, мир и согласие. Наши граждане проявили патриотизм и единство в борьбе с экстремистами. Теперь страна вступает в новый этап развития. Это будет период истинного обновления. Вместе построим благополучный и процветающий Казахстан». В следующем посте говорится: «Новый общенародный фонд «Казахстан Халкына» будет служить решению реальных проблем граждан. Фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболеваниями, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов. Будут выделены средства на восстановление Алматы». Турция осуждает акты насилия в Казахстане и готова оказать поддержку нашей стране. Соответствующую декларацию приняли члены 4 политических партий, представленных в парламенте Турецкой Республики. Как отмечают депутаты, Анкара поддерживает Казахстан с момента обретения им независимости и будет и впредь оказывать всемерное содействие установлению мира и стабильности в нашей стране. Политические партии, представленные в Великом национальном собрании, это парламент Турции, приняли совместную декларацию, в которой осуждаются акты насилия в Казахстане. Свои подписи под заявлением поставили председатель законодательного органа Мустафа Шентам, депутаты от правящей партии «Справедливости и развития», Народно-республиканской партии, партии националистического движения и «Хорошей партии». Анкара будет и впредь оказывать всемерное содействие установлению мира и стабильности в Казахстане, что имеет жизненно важное значение для региона, подчеркивается в документе. Турецкие парламентарии выразили удовлетворение тем фактом, что инциденты стали сходить на нет и ситуация в стране начала нормализоваться благодаря здравому смыслу казахстанцев и благоразумному подходу властей Казахстана.